Наталья Тренина, председатель общества инвалидов Советского района. Говорит, повезло, что дворец ветеранов находится недалеко. Есть возможность чаще посещать и проводить тематические встречи и праздники. На площадке дворца День здоровья Наталья отмечает уже в 8-й раз, но признается, что всегда находит повод удивиться. Она всегда разная. Нет такого, чтобы повторялось. Коллектив Дворца ветеранов очень ответственно подходит к выбору каждой программы, к каждому мероприятию. Для людей с инвалидностью подготовили праздничный концерт «Будем здоровы» и профилактические лекции о том, как сохранить хорошее самочувствие, поддержать свой организм и оставаться здоровым. Здоровье что? Времени те люди, оп! Многое зависит от человека, от того, как он относится к жизни, как он готов решать те или иные проблемы и вообще в целом от позитивного отношения к жизни. Всемирная организация здравоохранения определила понятие здоровья зависимым от нескольких факторов, не только физических, но и, к примеру, эмоциональных. Организаторы праздника уверены, что хорошее самочувствие во многом определяет настроение, которое сегодня они и постарались поднять зрителям. Мария Левина, Никита Колосов, Николай Сидоров. События.